я только что показывал вот эти будочки, туалеты. Вот сейчас нахожусь внутри. Просто хотел показать, какой порядок здесь. Вот заходишь, тут дверца такая, можно закрыться на крючочек. Аккуратненько, значит, вот есть вот крючочек вот такой, куда можно повесить там сумочку или что-то еще. Так, вот, пожалуйста, тут бумага туалетная, без проблем, сколько угодно, можно получить ее. Все чистенько. Вот сам непосредственно унитаз такой металлический. Здесь, значит, он сливается. Кнопочку нажимаешь. Вот так. О. И все прекрасно, чисто смывает. Так. Вот умывальничек такой, да, вот здесь, значит, можно мыло. Кнопочку нажимаешь, мыло выходит тебе сколько хочешь. О, получаешь мыло. Тут кнопочку нажимаешь вот здесь, и вода идет. О, холодненькая, отличная водичка. Нужно помыться. Ноги, руки. Вот поручни для инвалидов. Вот инвалид может подъехать. Вот тут еще вешалочка, можно одежду повесить. То есть очень удобно, чистенько все. Вот, прекрасно. Вот такой сервис в Испании.